Всем здравствуйте, дорогие друзья, все мои подписчики, которые, ну, в принципе, не так уж много, но мы растем все-таки, как-никак. В Ютубе, ну, вроде потихонечку началось, чуть-чуть, это уже хорошо. В контактах, ну и, в принципе, ничего сложного такого нету. Вот, что я вам хотел сделать, маленький подарочек. Ну, подарки, конечно, как все говорят, ну, халява никак. Кто ж тебе халяву-то сунет-то? Ну, халява, конечно, не халява, но все равно. По крайней мере, как-то в Одноклассниках я что-то начал переписываться по поводу десятки, все остальное. Ну, там одна женщина пишет, да я лучше вот купила бы эту десятку, бы, например, чтобы это бурду всякую, ключи там искать, все остальное. Ну, пожалуйста, если у вас там есть такие возможности, чтобы покупать, ну, покупайте, вопросов нету. Вот. Что дальше я хотел сказать? Потом обновление, там все остальное. Ну, люди еще до сих пор, может быть, не могут обновляются до 18.09, там, по-моему, 19.09, что-то еще так пока, там потихонечку, ну, кто-то не хочет обновляться, или кто-то хочет голую поставить, чтобы вот это Old или Lol, там папка такая есть, я не помню уже, как называется, Old, по-моему, она не стирается. Ну, так как у меня программы есть, видео, так что вы можете там смело скачивать эту программу и стирать, что вы хотите. Ну, у меня там в Ютубе более 100 видео. Ну ладно, не об этом разговор. Кстати, по поводу, чтобы обновиться, там, кстати, у меня есть в папке, вот, там для инсайдеров есть, для обновлений есть, и полностью 19.09 на голые у меня полностью. Ну, ключи, я надеюсь, вы найдете в интернете, или так же, как у меня, можете скачать, так же, или на моем сайте. Кстати, можете поискать, посмотреть сайт. Вот. Там у меня на странице в Одноклассниках есть, так что можете смело заходить. И вот, вот видите, вот красная кнопочка, та же, то же самое есть у меня в Одноклассниках. Вот, что я дальше хотел сказать. Там ссылки у меня, они идут напрямую. Напрямую идут, не надо ни учетной записи делать, ну, в принципе, полностью обход идти, ничего не надо. Просто приходит ИЗО вам и скачиваете. Ну, у меня примерно скачивалось, я не могу сказать, часа полтора, наверное, скачивалось. Ну, так как у меня интернет хреновенький, ну, долго у меня скачивался, ну, мне пришлось обновить. И сразу говорю, что когда у вас будут скачиваться вот десятки или инсайдерское, или обновление придет вам, вот это вот там в каждой папке будет у вас, в каждой папке будет у вас обязательно все подписано. Вот, например, для инсайдеров там, ну, кто хочет, например, с нуля прям начать, там она, по-моему, 20H2H, по-моему, она уже февральская даже, или один, по-моему, я вот точно не могу сказать. Потом вот подписано будет у меня 19.09, но это вот 19H1, это, по крайней мере, все, что сейчас в данный момент у нас есть. Вот. А накопительная, ну, придет вам какая-нибудь болваночка, будет там, ничего, там, включите, она у вас то ли будет, то ли не будет. Сразу говорю, что эти вкладки, они могут быть не сразу запуститься. Почему? Потому что, ну, я не знаю, у меня Касперский стоит антивирусник, он мне, кстати, не сразу, ну, не пускает меня сразу туда, ну, не хочет меня, и все. Ну, я пока ему все разрешил, пока мне туда-сюда,
И как бы вот так вот все сделан. Вот. Да, кстати. И вот эти вот три папки вы можете, для кого какая папка пойдет, кто-то инсандерскую будет заниматься, кто-то 19-ю будет голую сразу ставить, кто-то обновление будет ставить. Так что там, ну, по крайней мере, сразу напрямую будет скачиваться, не надо будет ни на сайт какой-то заходить, ну, в принципе, ну, не надо никуда заходить, в принципе, ничего не надо делать, в облако ни у кого не буду, так что мы можем эти люди, если на всякий случай, в облаке свои освободить, оставить чисто для программ, для фотографий, для всего остального, в принципе. Ну вот. И к чему дальше? Так как, когда скачиваете, бывает, что ссылка приходит на десятку, они ломаные все, ну, уже, ну, совсем не то. Ну, пиратка, честно, ну, что говорить, пиратка она, как бы и есть пиратка просто-напросто. Все, конечно, можно сделать. Вот папка, вот смотрите, видите, вот Windows, вот они. Сами видите, вот вторая папочка то же самое, третья папочка вот накопительная, вот также можете смело делать, закачивать. Вот я вот выделил папку отдельно, вот так вот поставил. Ну, сразу говорю, может быть, она не сразу запустится, ну, реально не может не сразу запуститься, серьезно говорю, но может запуститься, может нет. Потому что там Windows же, там же автомат или кто там, разум у них там идет. Вот, ну, пробуем вот так вот. Я еще раз говорю, может быть, не сразу получится. Ну, вы видите, как, увы, не получилось сразу. Будем сейчас покажу все равно по-любому. Вот эта вот папочка, она вот потом все в кучу собирается. Вот, и будем так долго и упорно запускать. Ну вот, опять видите, как, ну, не хочет запускаться. Что-то, ну, не то. Надо антивирусники. Ну, скорее всего, может, антивирусник просто не пускает. И может быть там у них что-то. Ну вот то же самое. Ну вот видите как. Вот так оно и все и бывает. Тоже сейчас уберем это все. Будем пробовать. Так что мы по-любому запустим, будем пытаться. Так что пока видео не буду отключать, пока не запущу, пока не покажу вам, как это все делается. Вот видите, опять я говорю, не там, по-моему, точно разум какой-то там сидит. О, даже получился. Вот, я говорю, не первого раза получается. И то же самое, вот так вот будет оно постоянно у вас. Вот это 86-я. Вот такие папочки у вас все будут. Примерно около, ну, антивирус, не знаю, наверное, скорее всего, отключить проще будет. Они сами себе противоречат, блин, эти америкосы. Вот. Ну и, в принципе, вот как вот здесь вот будет, как у меня, то же самое. Там, правда, будет длинное написанное. Покороче сделаю это для себя просто. Замутил. Вот. Вот так вот потихонечку все будет идти. Где-то примерно около 10 гигов примерно. Где-то 10 гигов, где-то примерно, да. Потом она все в кучу собирается. Потом, ну, короче, я эту систему так и не понял. Зачем они вот это все делают? Не легче просто-напросто скачать, да и все. Вот. Ну вот, то же самое, видите. Вот она. Эта вот папочка то же самое будет. Вот, ну и оно будет потихонечку так
Я говорю, часа полтора у меня молотила она. То же самое, все циферки, пиферки, блин. Зачем это вот все показывают? Хрен его знает. Конечно, я не знаю, для чего это, но все равно. Если кому-то что-то, ну, пишите, если что-то, надеюсь, получится все у вас, как у меня вроде получилось, показал наглядным образом. Вот. Сделайте отзывы какие-то, может быть, что-нибудь придумаем опять где-нибудь, что-нибудь, как-нибудь мы выкрутимся, что-нибудь где-нибудь найдем. Вот, вот. Ну, в принципе-то, с Новым годом, с новым счастьем. До свидания. Самое главное, семья, чтобы была, и дети. А все остальное потом придет. Пока.